بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وما توفيقي إلا بالله وهو الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب. В прошлом уроке проходили Карт и Мудараба Кират. Сегодня мы вам расскажем. Тема сегодняшнего урока у нас Хибат. Это дарение. Дарение отдавать бесплатно кому что. Это называется Хибат по-арабски. Как мы еще вначале говорили, у нас первые уроки, купли-продажи, договора купли-продажи. Мы там рассказывали, этот договор купли-продажи служит тому, чтобы для людей в обществе, чтобы собственность, чья-то собственность, чтобы могли перевести в собственность другого человека. Так же, как и через купли-продажи переходит чья-то собственность в другие руки, также и через хибат можно здесь перевести. Хибат – это дарение, когда человек дарит что-то свое, собственное, другому кому-то, собственность его переходит во вторые руки. Хибат – это на арабском у нас как-то одинаково все, если даже звучит, а в арабском языке дарение это выходит как хадият, а хибат это просто так отдавать бесплатно. Еще у нас есть садака, это тоже в этот же раздел входит, пожертвование. Добровольное пожертвование это тоже как бесплатно отдавать что-то. А отличие между этими тремя вещами что? Без ничего, просто так отдать кому-то что-то, это хибат. А хадият, как подарок, что переводится у нас на русском языке, если кто-то кому-то домой что-то отправляет, ему вместе с этим кого-то домой, когда доносят, это уже как хадият выходит. А садака, мы знаем, это пожертвование ради Аллаха, ради какого-то саваба, когда что-то кому-то что-то дает, это уже садака, то есть добровольное пожертвование. Рассказывая о хибате, о дарении, нужно рассказать то же самое, что мы рассказали, поскольку это такой же договор, такой же процесс, через которого переходит собственность, какая бы, какой бы большой, огромной стоимости это не было, когда это переходит, об этом нужно конкретно нам знать. Потому что есть для этого тоже такие же условия, как были для договора купли-продажи. Так, для процесса этого дарения, для этого необходимо рассказать следующее. Вот состоит это из четырех арканов, так же, как и договор купли-продажи состоялся из четырех арканов, столпов основных. То есть это тот, кто дарует, и тот, кто получает этот подарок. И то, что дарится, это то, что отдается бесплатно. И между ними вот этот сыра, выражение, словесное выражение, когда он передает один другому дарственно, когда передает. Ну, говоря о вахабе первом, тот, кто бесплатно кому-то что-то дарит или отдает, он должен быть тот же, как в договоре купли-продажи, совершеннолетним он должен быть. Он должен быть разумным, полного разума человек. И еще вместе с этим, вот этот, что называется рушд, он должен быть таким, что не как сказать, расточительствует в своем имуществе, нормально с умом относится к своему имуществу, и отношение его
религиозности тоже, чтобы была средней, положительной. То есть, вот это так объясняется рушно. Совершеннолетний должен быть и разумный, полного разума, и вот этот рушт, чтобы тоже у него то, присутствовал, потому что у него то, что он дарит, это чтобы было действительным. Когда кто-то кому-то другому отдает, тот, кто получает этот хиба дарственно, тот, кто принимает, он, какой бы он ни был, если даже он без разума человек, то есть маджнун, если даже он будет, ребенок, если даже маленький, грудной, если ребенок даже будет, он получает. Он становится собственником этого. Когда один совершеннолетний человек дарит кому-то, скажем, маджнуну, дурному человеку, этот переходит, собственно, туда, к этому дурному. Только располагает этим кто? Его опекун, его вали. Ребенка, когда кто-то что-то дарит, это тоже дар переходит в собственность этого ребенка, располагает, этим занимается только его опекун, его вали опять. Не обязательно тот, кому дарит, чтобы он был совершеннолетним или разумным человеком. А то, что отдается, это, то и для этого тоже есть условия такие. Кто-то кому-то что-то, когда дарственно отдает, так же, как в купле-продаже, этот вахиб, тот, кто отдает, он должен быть или же хозяином этого, или же он должен быть вакилом, или васи, как бы кому завещали тот, кто умер. А между тем, кто дарит, и тот, кто получает, между ними должно еще пройти вот это выражение словесное, которого они сами должны от этого знать и присутствовать, чтобы поняли тоже, в чем идет речь, он ему на время это отдает, или же навсегда дарственно ему передает этого. Чтобы этого знать, надо какими-то словами выразить это. Какими именно прямого смысла слова на арабском языке, как «вахабту», «ахибу», такие слова, а на наших языках, на русском языке, можно для этого пример и так привести. «Я тебе дарю этот вещь», «я тебе отдаю этот вещь», «на, возьми, это твое». Вот примерно такими словами. Эти слова мы на русском языке говорим, когда мы что-то кому-то отдаем полностью безвозмездно. Такие слова, примерно такие любые слова, которым можно понимать, что один другому полностью безвозмездно что-то передает, дарит. Бывает, тогда еще во время пророка, алейхиссалям, из джахилията идет такое, он называется именно в этом разделе, объясняется, есть умра, рукба, такие вещи. Но они тогда дарили на всю жизнь. Они так и говорили, амарту кахада, то есть пока ты умрешь, это твое. Дом отдает кому-то, этот дом я тебе даю, пока ты живой. Но имеется в виду, после смерти в наследство не уходит, как будто обратно возвращается. Умра. А рукба есть такое, это тоже они использовали такое дарение до исламских еще времен, и дальше это же начало идти. То, что ислам из джахилията идет, одобряет, это дальше продолжается идти. А то, что не одобряет пророком, алейхиссалату вассалам, это аннулируется. Пророк, алейхиссалату вассалам, это одобрил умра и рукба, но только не в таком понимании, как было до ислама, что это продолжалось оставаться у этого человека до смерти его, потом, чтобы вернуться обратно. Но только в исламе уже немного изменилось этот. Там считается дарение действительное, а вот это следующее условие до смерти, этот срок, это недействительное. Поэтому, если из нас кто-нибудь вот такое скажет, этот дом или это
этот участок пускай будет твоей, пока ты будешь живой. Это полностью становится его. Это и уходит в наследство тоже. После моей смерти пускай это будет твоей. Вот такой, если скажет, ну, это уже приписывается к васия, то это уже другой раздел. Мы сказали, то, что отдается, это то, что мы даруем кому-то, дарственно передаем, это тоже опять должно быть таким же, как мы рассказывали в договоре купли-продажи. Такие же условия для этого тоже. Это должно быть его собственностью, чтобы он мог передать ее. Это должен быть таким, с теми же условиями, чистым должен быть. Например, как мы сказали, собаку или же там свинью дарственно передавать, чтобы эта собственность переходила. Или грязный там навоз, например, скажем, ну, дарственно, чтобы вот эта собственность переходила. Действительно, это дарение тоже не получается. Те же условия. Если, например, кто-то чужое, удерживаемое передает через, либо через дарение, это не переходит в собственность, потому что это не его. Когда кто-то не свое, когда продает, как не получается договор купли-продажи действительным, так же и этот хибар тоже не получается. Это сколько руки бы не передавали, это должно идти к хозяину, если он живой. Если он не живой, тогда его наследникам. Так что обязательно вещь, которую даруется и передается через хибат, это должно быть его собственностью, это должно быть чистым, это должно быть известным, что передает. Должен знать, что, ну, определенное должно быть то, что передает. А неопределенное, например, из стая один баран я тебе передаю, я тебе как хибат дарю. Ну какой баран, какой овец не знает, поэтому это тоже недействительный. А этот дарственно, когда кто-то кому-то что-то передает, но когда это утверждается, когда это становится собственностью второго человека, для этого необходимо сказать «я принимаю». Когда тот говорит «я передаю тебе, я тебе отдаю» или «это твое, забери», после этого тот должен сказать «я принимаю, я согласен». Такое слово. Это иджаб. После иджаба кабул здесь тоже жар. А все равно после этого тоже этот предмет, этот товар, его не становится, пока он в руки ее полностью не приберет уже опять. То есть тот дарующий может обратно от него забирать то, что ему подарил, до того, пока тот в руки ее не принял еще. После как в руки тот кому дарит, тот после как принимает руки в руки, прибирает ее в руки, только тогда уже не может прежний хозяин ее обратно у него потребовать и забирать. Вот здесь вот закрепляется вот это дарение. Давайте вот здесь была такая просьба, что в конце вопросы, но на этот вопрос мы ответим, чтобы остальные вопросы в конце урока, чтобы этому записи не мешало. Если, например, мы сказали, когда о договоре купли-продажи рассказывали, вот это прибирать в руки и передать в руки, получить в руки, это делается по-разному. Если недвижимость как передается в руки, как получает тот, кому дарит или кому продает. Недвижимость, там если твое что-то есть, ты ее забираешь, освобождаешь и показываешь этому человеку, это уже переходит ему в руки. Если дом, например, если в доме есть твое имущество, когда ты продаешь этот дом или просто дарственно передаешь,
У тебя в этом доме, если что-то будет, ты этот дом, свои вещи забираешь, ключ ему передаешь, это уже он считается, что он прибрал к себе в руки этот дом. Вот такие, а что-то небольшое, он просто в руки получает, забирает. Например, если такие бывают примеры, полностью отделит и передать нужно то, что дарственно передается по шариату, чтобы стал собственностью второго человека. Вот пример привожу такой пример. У кого-то, скажем, грузовик, КАМАЗ машины, КАМАЗ даже, КАМАЗ груженный, на КАМАЗе мой товар. Я этот КАМАЗ кому-то дарю и передаю ему этот КАМАЗ, забери. Пока мой груз на этом КАМАЗе, это не переходит ему в руки. Пока груз на нем, потому что полностью, что я ему передаю дарственно и что нет, пока не разделил, тоже не переходит в его собственность. Для чего это рассказывается? После как вот разгружаю я этот КАМАЗ, и тот забирает к себе, тогда только становится его собственностью этот КАМАЗ. А до этого, даже недели, если пройдут, месяцы, если даже пройдут, я остаюсь хозяином этой машины, если даже ему дарственно это подарил, если даже какие-то документы составил по шариату, эта собственность пока еще не переходит. Ну, что значит не переходит? Для чего это все рассказывается? Когда уже как в договоре купли-продажи, то, что дарственно передается, это когда собственность это переходит ко второму, чтобы забирать я не мог, чтобы полным хозяином, полноценным хозяином тот стал. Вот для этого мы это все условия рассказываем, потому что после этого прежний хозяин от него обратно его потребовать, обратно забирать не может. Это уже стал его, это его собственность. А только есть исключение одно. Родители могут у своих детей то, что ему им дарят, обратно забирать. В любое время, сколько времени проходит, пока это будет у них оставаться в целости и сохранности. Отец или мать, дедушка, бабушка, когда своим детям или внукам что-то дарственно передает, они имеют право в любое время, пока остается у них в руках этот предмет, обратно забирать у них. Бывает выход такой, когда один из родителей бесплатно одному из своих сыновей или из детей кому-нибудь, когда бесплатно что-то передают, чтобы тот отец или дедушка обратно ее забирать не мог, он, если кому-то продает и обратно покупает. Вот тогда уже эти силы теряют родители. Они уже не могут обратно ее забирать. Или же просто так отдает кому-то, и тот возвращает ему. То есть из его в руки собственность уходит и обратно переходит. Тогда уже не от отца, не от родителей теперь к нему это перешло. Поэтому после этого уже не могут родители у него забирать обратно. А так, кроме родителей, другой кто-нибудь, если кому-то что-то дарственно отдает, бесплатно отдает, и потом обратно у нее забирает, если станет забирать, а это попадает под число тех людей, о котором пророк, алейхиссалам, сказал, тот, кто дарит кому-то что-то, а потом обратно требует, он похож на собаку, которая вырывает то, что покушал, и обратно кушает то, что вырвал. Вот так пророк, алейхиссалам, сказал. Исходя из этого хадиса извлекается такой хукм, что кроме родителей, другой человек, когда кому-то что-то бесплатно отдает, что бы это ни было, начиная от мелочей до самых крупных вещей, обратно не могут забирать, если тот от своего согласия, если только не передает. Здесь в Хибате, говоря о дарении,
Она говорит в этом разделе, обычно рассказывается, родители, когда своим детям что-то дарственно дают, бесплатно что-то когда дают, в этом надо и желательно, и в его ответственность, чтобы он поровну чтобы давал детям то, что дает. Пророк, алейхиссалату вассалам, когда ему рассказали, что он кому-то из своих сыновей что-то дал, а ты другому столько дал, спросил. Столько же другому дал, если не дал, тогда не дай, забери. Или другому тоже столько же дай. А детей нужно в этом отношении, детям нужно относиться поровну. Даже вплоть говорят, алими, там примером приводят, в поцелуи даже нужно их равнять, говорят. Одно ребенка поцеловать, другого не поцеловать даже нельзя, говорит. Поэтому столько большая ответственность на родителей, чтобы относиться детям поровну, не дать какой-то повод, чтобы один из его детей чтобы подумал, родители, отец или мать ко мне относятся не так, как к другим. Я у родителей самый последний, я у родителей самый крайний, самый другого, чем я. Других родителей любят, а меня не любят. Такое, чтобы вот такому родители не должны давать, чтобы они подумали, такой повод. Этим он попадает в грех. Вот столько о хибате. Хватит, если будут вопросы, на этом мы ограничимся. Тонкие вопросы, тонкие дела мы пока оставим за рамкой. Давайте, поскольку у нас время есть, еще один раздел, еще вот этот вакалат расскажем, еще вторая тема сегодняшнего нашего урока. Вакалат, понимаете, что такое? Быть вакилом, делать кого-то вакил, то есть доверять кому-то что-то делать, поручить что-то делать кому-то. Это и есть вакалат. Здесь тот доверенность, мы пишем же в этом, в нотариусе, например, машину передают и доверенность пишет. Ну, доверенность, доверить кому-то что-то, это уже как вакалат тоже понимается. А это уже машину, когда кто-то или покупает, или не покупает, просто доверенность пишет, отдает на временное пользование, пускай это будет за плату или бесплатно, разницы нету. Если за плату будет, это уже аренда, если бесплатно, это будет как бесплатное пользование, как ария, иара называется, это в другой раздел уже входит. А то, что пишется в этой доверенности, если он читает, кому доверяет, если он читает, там очень много чего пишется, которые входят в раздел вакалата. Ему доверяет ее продавать, ему доверяет там ставить в учет, снять с учета такие дела, то, что все пишется там, как если он читает и принимает, в этих делах он вакил. А так машина у него на руках, как может быть как иара, или же как иджара, как аренда. Это тоже оттуда же из времен джахилиета идет, поручит кому-то что-то делать. Поскольку люди нуждаются этому, одобрил ислам этого тоже. Потому что необходимо, мы без этого не обходимся, общество без этого не обходится. Потому что человек все своими руками делать невозможно. Нужно в каких-то делах кому-то что-то поручить. Поэтому этот вакалат ислам одобрил и продолжается вот так идти до наших дней, и всегда по исламу разрешенное дело вакалат. Если это не было бы разрешенным, было бы для нас очень трудно. Но когда нам можно кому-то, кто идет на базар, да, мне тоже купи что-нибудь там сказать, у нас есть возможности. Если этого нельзя было бы, нам было бы очень трудно. Можно делать вакалат. Но для этого есть определенные тоже условия и требования. Вакалат тоже так же. Тот, кто доверяет, и тот, кому доверяет. Да, доверитель и доверенный, как вы называете. Тот, кто доверяет,
он должен быть таким, что он сам мог то, что он кому-то доверяет, этого сам, чтобы он мог делать по шариату, по исламу, чтобы он, у него свои, чтобы были права в этом деле, то, что он, которого он поручает кому-то второму. То есть, если я, например, не могу что-то продать, я не могу кому-то продать, поручить этого тоже. То есть, несовершеннолетний подросток, если кому-то что-то свое, например, и бывает же собственность несовершеннолетнего, например, кто-то ему подарил что-то у него на руках, он кому-то передает, и делает вакил, поручает кому-то это продать. Или он поручает, отдает деньги кому-то, доверяет второму, чтобы ему купил что-то. Вот этот вакалат для этого, этот несовершеннолетний, он непригоден. Также непригоден для этого мачнун тоже, без полного разума. Неразумный человек тоже не может этого делать. Если вдруг сделает, это уже недействительно. И дальше то, что делает то доверенное лицо, это недействительно. Потому что неполного разума человек, неразумный человек, он дом может кому-то поручить продать, а тот продает. А зная этого его родители или его опекуны, они бы никогда не согласятся с этим. Поэтому это сделка недействительная, вакалата. Как мы сказали, то, что я сам не могу делать, этому, этого доверить второму тоже не могу. То есть, находясь, скажем, женщина, например, она ни в какую, вот в никахе, она не подходит быть такой, что выдает замуж кого-то, или себя, или кого-то, также не подходит принимать вот этот никах. Также она вакил, другого вакил тоже не может делать. Выдать замуж свою дочь, женщина, мать, например, может кому-то поручить? Не может. Почему? Потому что она сама не может этого делать. Поэтому она и вакил другого тоже не может делать. Все то, что сам самому ему можно делать, чтобы это не было, это можно и кому-то поручить тоже. Но есть исключение для этого. Если, например, если вот слово такое, все то, что самому можно делать, можно и поручить другому, получается, что и намаз за него он может поручить. Он намаз может же себе делать, а кому-то намаз поручит, омывание поручит. Из ибадата, вот ибадат он бадания называется, то, что телом делается, ибадат, не, в котором не смешан как материальное, вот в этом кому-то поручить, такие дела никто не может. А если там материальное, смешанное, к примеру, вот такое, если, например, хадж, в хадже есть и телесное поклонение, там же и материальные тоже расходы даже, вот уже здесь можно. Хотя это поклонение, это ибадат, здесь можно кому-то доверить, кому-то делать, кого-то делать вакил, за себя делать хадж, если он сам не может. Может также вакил делать кого-то другого, отдавать закат. Это же тоже ибадат, это же тоже поклонение. Но только это телесное, также вместе с этим и материальное. Где смешано материальное, там можно. А где нет, чисто телесное, вот в этом поклонение делать вакил не получается. Как, например, когда себе ураза резать, самому себе резать желательно, ну, можно кому-то поручить тоже другому, вакил делать. Это тоже ибадат. Но это курбан, этот баран, который режет, это материал. Здесь тоже желательное вот это пожертвование курбана, он может поручить кому-то другому. Вот такие, с такими исключениями поклонения всякие, если это не чисто телесное поклонение, смешано как материальное, тогда можно поручить кому-то, иначе нет. Мы говорили о том, кто кому-то что-то поручает, а кому, тот, кому поручает, кому доверяет что-то делать, тот должен тоже быть таким же
совершеннолетним, полного разума человек, также он должен взять на себя то, что ему доверяют, он может принимать и взять на себя, если он сам это может делать себе тоже. Также, если он сам это может. Например, несовершеннолетние дети, они же ничего не могут делать, ни купить, ни продавать, ни что-то другое делать. Недействительно. Если даже могут, это будет недействительно. Значит, они принимают какое-то, уполномачивать их чем-то, доверить им что-то делать, это тоже недействительно. Есть муаккил, есть муаккал, тот, кто доверяет кому, а тот, кто, кого доверяем, вот это. Их такие условия, требования к ним. Здесь тоже должно быть с выражением, словесным выражением. Если кого-то, кто-то, кому-то что-то делает, поручает, он должен сказать на понятном языке, чтобы они понимали, и присутствующие тоже, чтобы понимали между ними, какая идет сделка. Сделка доверия, уполномочивания. Вот это что было такое с выражением тоже. Для этого какими словами? Я тебя делаю вакилом. Я тебе поручаю это делать. Я тебе доверяю. Или же просто ты купи мне куртку, ты купи мне машину, ты купи мне что-то туда, дом. Такими словами тоже можно вакил делать. Он тоже вакил. Только тот должен сказать, хотя бы хорошо, я это сделаю, принимает он на себя. Но не обязательно этого сказать тоже, между прочим. Вакил, он принимает, сказать, что я согласен, я это принимаю. Это обязательно, чтобы у него вот эта сделка была действительно. Не обязательно, просто достаточно там не отказаться. А откажет, если тот, уже не получается такая сделка. Не откажет, замолчит, как будто он уже согласен. Он уже вакил. Пример еще, вот вакил, муаккиль должен быть таким, что он сам может располагать этим делом, то, что он поручает кому-то другому. А тот, кого мы делаем муаккиль, он тоже должен быть таким же, что он сам себе может это делать. Для этого вот такие примеры можно привести. Где обычно мы ошибаемся? Когда мы никах делаем, махар, когда доставляем, отец или же там этот жених, в большинство отправляет, сами не идут, кого-то уполномачивают, кого-то доверяют это делать даже. А вот когда отец невестки кому-то поручает, кому-то передает это дело, для этого нужно обязательно, если эта невестка уже второй раз выходит замуж, чтобы у нее сначала взяли согласие этому отцу, словесное согласие. После только он может делать вакил другого. Почему? Потому что саиба, так называемая саиба, которая второй раз выходит замуж, отец же не может выдать ее замуж, пока словесное ее прямое согласие от нее пока не услышит, пока у нее не возьмут. Он же сам не может ее выдать замуж, поэтому другого вакил тоже не может делать. А то часто бывает, что, несмотря на это, доверяют кому-то другому, что неделю раньше кому-то говорит, ты иди, махари, стой, моей дочери, ты на моем месте стой, остановись, и то, что нужно делать, делай. А неделю раньше он скажет этого, тот приходит, что я вакил отца невесты, и вот так вот никах делают иногда, и не догадываются, спросит у этого человека, если ты вакил отца невесты, сначала согласие-то у нее взяли или не взяли? Надо обязательно сначала не согласие взять, потом только вакил делать. А вакил, он сколько продолжается оставаться вакилом? Для этого можно срок называть. Срок можно называть. Для вакала-то в любом месте, чему бы, кого бы не доверяли,
не уполномочивали, можно для этого срок назвать. На неделю, на сутки, на месяц, на год. Вот так вот. И по истечению срока он выходит, полномочия от него уходят. Или же мы кому-то что-то делать доверяем, полномочиваем его, и тут же, когда он уходит, мы увольняем его, забираем от него это полномочие. Только для этого нужно свидетели. Перед свидетелями кто-то кому-то доверил что-то делать, потом даже не зная тот, если он забирает, имеет право забирать полномочия. А потом, если тот купит что-то или же продаст, потом после смотрят, то, что он расторгал вот эта сделка полномочий, передавание полномочий, когда это было, во сколько это было, а во сколько была купля-продажа между вакилом и продавцом. Если было вот этот то, что он уполномочий убрал. Раньше, если было хотя бы на минуту, у них купля-продажа уже недействительная. Можно делать так, когда кто-то кого-то отправляет свой дом продать, дом продать отправил, после как-то передумал, пожалел, вот здесь вот уже есть выход. Сразу там свидетели, при свидетели скажут, я такого человека уполномочил продать мой дом. Я вот при вас, свидетелей, забираю от него это полномочие. Он для меня вот с этой минуты не вакил. Вот так можно спасти себе, найти выход, если он передумал, чтобы тот не продал. Связывать с каким-то сифатом, каким-то шартом вот это полномочие, передавание полномочий, этого нельзя. То есть таким примерами. Но скажет, если ты мой вакил, я тебе доверяю, что ты вакил не сегодня, а через неделю. Я уезжаю, но сегодня ты ничего не можешь делать. Через неделю только ты мой вакил. Завтра только, не сегодня. Вот так вот со временем связать или же с каким-то сифатом связать вот это дело. Тоже нельзя, это недействительное. Например, если кто-то скажет, разводиться с женой, передает, доверяет кому-то. Я тебе передаю полномочия развестись с моей женой, например, если скажет кто-то, да? А тот уже вакил, тот в любое время может пойти расторгать его никах, развести, дать развод между этими мужем и женой. А если скажет, например, если она вернет мне что-то, что золотые украшения, то, что я ей давал, тогда только ты, вакил мой, расторгать ее никах, делать развод. Он связывает с этим, вот этот полномочие связывает. Это недействительное. А может только делать так, если вот это хочет делать, он его полномочивает его развести, разводить ее жену. И потом дополнительно оставляет такое условие, ты мой вакил, дать развод моей жене, скажет кто-то, но только ты можешь это сделать, если она только вернет мои золотые украшения. Поняли, да? Вот так дополнительно, если ставит, без этого тот не может ее дать развод. А когда с этим связывает полномочия, вот передавание полномочий, это недействительное. Вакил доверенное лицо, он может кому-то это передоверить. Там же и в доверенностях мы пишем, когда мы получаем доверенность, там же пишут с правом передоверия. То же самое здесь, значит, по шариату тоже. Если муакил, тот, кто кому-то что доверяет, если тот дает согласие на это, только тогда может передоверить. Без этого не может передоверить. Есть исключение, если будет слишком много работы, тот вакил не успевает, или же это не его работа, не ему, не очень подходит этому человеку эту работу выполнить. Вот в таких случаях и без разрешения, без согласия тоже допускается. Иначе лучше бывает, когда
Например, вот что у нас обычно бывает, мы сталкиваемся, когда кто-то кому-то передает свой закат, передат, кому это полагается. Мы этот закат принимаем у него, и когда передаем в руки этому человеку, который входит в категорию тех людей, кому полагается этот закат, мы сами в руки не даем, кому-то передаем, чтобы кому-то там передали этого. Это же вакиль передоверяет кому-то второму. Вот здесь уже как будто закат уже не получается, не в свое место. Вот чтобы ему было возможно вот такие вещи делать, когда кто-то кому-то закат передает, чтобы он раздал закат. Лучше будет, если он скажет, ты мне сразу и дай согласие, чтобы я мог еще кому-то передавать. Бывает, что я кому-то передаю, чтобы он кому-то доставил тоже. Вот сразу нужно взять согласие у этого муаккиля. Тогда уже можно будет ему передоверить тоже. Давайте вот на вопросы, для вопросов тоже оставим немного времени. Если какие-то вопросы из темы у вас возникли, можно задавать. У меня такой вопрос, связанный с машиной. Когда я ему продаю машину, эта машина собственником я являюсь по документу. Я его продал ему, но собственником я не убрал. Она осталась на мне же, по документу. Она переходит к нему? Ну, вот мы вообще-то только так и делаем всегда, даже доверенность, просто доверенность пишем, не переоформляем даже. Ну, из-за того, что документально не переоформляем, этим самым не останется это твоей собственностью, переходит в собственность. Это для формальности мы оставляем. Мы продаем, этими словами выражаем за столько, за 100 тысяч я тебе продаю эту машину, а тот за это 100 тысяч покупаю, этими словами, выражениями. Вот это выразились, а тот машину забрал, отошел, ушел, это уже его. А эти документы мы можем когда угодно переоформлять, или же даже не переоформлять, оставить так же. Собственность переходит. Вот это план объясни, как чистый план. Руки, а тут уже ничего. Ты ключ сказал, машина дома. А с плана что давать? Я же рассказал, недвижимость, у него кабз другое, а движимость другое. Даже если что-то двигать можно, ее передвинуть, в руки прибирать. Для этого мы же говорили, когда о договоре купли-продажи рассказывали. То, что можно двигать, ее двигают с места на место. Только так и происходит. А участок, дом, для этого это делается так. Если твое что-то там есть, ты, чистый участок. Я говорю, если вдруг у кого-то на недвижимости что-то есть, забирает, освобождает и показывает, вот твое. Все, на это заканчивается. Если дом, недвижимость, у него форма такая, а у движимости другая форма передачи в руки. Передача в руки, а движимость нужно передвинуть с места на место хотя бы. Вот этим только. Или в руки забирает, или машина, если сядет, немного отъедет. Вот этим самым закрепляется договор купли-продажи, если это движимость. А недвижимость, у него форма совсем другая, передача в руки. Только для этого достаточно делать, если этот дом, свое имущество оттуда вытаскиваешь, забираешь, освобождаешь, там, ключ отдаешь, вот этим самым получается, что ты передал дом ему, он получил в руки дом. С документами тоже получается можно? Да? С документами, документы сделаем, если даже, да, или документы передает, этим самым, что дом передал, такой информацию, если у тебя имущество там остается. Ты не освободил еще, документы передал, этим не будет, как это действительно передача. Но если там ничего нету, тогда и документы необходимости нету передавать. Ключ передать, вот дом показать, и все, он получает в руки. А документ, если даже не передаст, это уже этим самым закрепляется, он становится полноценным хозяином. Вопрос можно там в другом, документы, чек какой-то,
товарный чек. Есть такой кабл, называется передача в руки, да, икбад кабл, хукми, то есть такой смысловый. Там в складе, магазина в складе мебель даже, тяжелая мебель в складе находится. А ты с этим хозяином магазина, продавцом договорился, заключил договор купли-продажи по рукам, и этот мебель пока оттуда с места на место не передвинут. Если ты не становишься полноценным хозяином, а становится ли, если чек, товарный чек, если передать? Говорят вот на современные алимы, что этим тоже получается действительно передача. Это тоже можно подумать, что связывает с этим товар, которого продали и еще не передали в руки, а лежат месяцами. За это кто отвечает? Если потеряет, если там крыша свалится, поломается, кто потеряет? Чей это товар? Кто за это несет ответственность? Эти вопросы же там идут. Пока остается товар на руках продавца, он несет ответственность. Если он сам этого испортит, расторгается договор купли-продажи. Если стихии чем-нибудь, там свалится крыша без его вины, тоже. А если покупатель, по вине покупателя, если испортится, он уронил, упал, поломался, это уже как будто он получил в руки, потеряет он, покупатель. Такие вопросы идут в адрес этого товара. Аль-мабиу кабла аль-кабз называется. Товар, которого продали, пока еще не передали в руки. Связано с этим многом. Поэтому вот этот кабз, передача, это всегда нужно делать. Здесь в сегодняшнем у нас теме дарственно, когда передают. Здесь тоже полноценным хозяином тот не становится, пока в руки он не получит этого. Вот вопрос, пока-то еще. Здесь о никахе говорили. Вот отец, который, когда выдает замуж дочь, уже разведенную, он сам обязательно, он сам должен у нее разрешение брать или кому-то поручить тоже? Не обязательно он сам. Можно это делать любому этому подходящему. У нас обычно что делают? У нас обычно имам еще со вторым свидетелем идут к невесте, даже у нее берут согласие. Согласие, когда берут, как берут? Согласие у нее берут отцу согласие. Ты даешь твоему отцу согласие выдать тебя замуж. Вот так у нее берут согласие, и после этого только он может ее выдать замуж, если она уже разведенная. И кому-то доверить тоже он до этого не может. Если доверит, будет недействительный вакалат. Это можно делать и не только имаму со свидетелем. Можно мать, если скажет своей дочери, ты даешь согласие твоему отцу выдать тебя замуж за такого-то человека? Она скажет, даю. Тоже можно. Сестра, если старшая, скажет ей этого. Достаточно. У нас обычно мы имам вместе еще с Будуном так ходим. Все это, чтобы было. И имам, когда никахи совершает, когда махар вставляет, чтобы именно имам здесь присутствовал, необходимости для чего, когда там есть вали для этой невесты. Ну, чтобы в селении иногда, может быть, какие-то имамы вставляют такое условие, такое требование, чтобы без имама, чтобы никак не заключали. Можно такое делать лишь для того, чтобы под его контролем, чтобы это было. Потому что эти махари, никак, они должны совершаться под полной уверенностью, со всеми требованиями. А то, если вот так вот, кто угодно, если будет совершать, заключать никак, тогда там могут люди очень многое там упустить. Вот еще если есть вопросы, если нет, тогда на это завершено.
закруглим мы. Если будут какие-то возникнуть вопросы, на следующих уроках тоже можно задавать. Алхамдулиллахи Раббиль Аламин. Аллахумма салли аля Мухаммади ва аля Мухаммади.